Добрый вечер. Меня зовут Домовенок Вася. И сегодня я расскажу вам, как выбрать подушку. На подушке мы спим 8 часов в день. И поэтому очень важно выбрать ее правильно. Подушки бывают с разными наполнителями. Самый распространенный, который я вам рекомендую, это перьевые и пуховые. Чем больше пуха, тем дороже подушка. Чем больше пера, тем она дешевле, но жестче. Для тех, кто не любит натуральные наполнители, могут покупать холофайберные подушки. А для любителей всяких новомодных, бессмысленных вещей, подушки из бамбука, из гречневой шелухи, а также на очень специфическую аудиторию рассчитаны подушки ортопедические из вонючего поролона, который называют всякими мудрыми словами. Размер подушки лучше выбирать 50 на 70 сантиметров. Подушки 70 на 70 большие и непрактичные. Не забывайте надевать на подушку наволочку и регулярно ее менять. Взбивайте подушку папам, у которых большая ширина плеча. Можно покупать подушки побольше, так называемые высокие подушки. Замерьте длину вашего плеча, возьмите вашу рубашку и померите расстояние между швами на воротнике и швом у рукава. Если оно 17, 18, 19 сантиметров, то вам нужна большая высокая подушка. Иначе вам будет неудобно спать. У вас будут пережиматься вены, у вас будет болеть шея. Поэтому купите себе большую подушку. И если даже вы сразу к ней не привыкнете, то потом вы будете лучше высыпаться и быстрее. Выбирайте удобную для вас подушку. Хорошая подушка не может стоить дешево. И на моем канале еще есть видео, как стирать пуховые и перьевые подушки, а также как выбирать на матраснике матрасы и так далее. Вот. На этом я заканчиваю свое краткое видео. Спасибо большое вам за внимание. Ваш домовенок Вася.